Привет. Я Мила Филиппова. Южная Флорида, море, океан. Это я, Мила Филиппова. Сегодня коротко о главном. Смотрим на волосы. Это день четвертый, без мытья, без укладки. Просто делаем косички. No. Косички можно отставить. То есть утром только living conditioner. И один волшебный трюк. Эти силиконовые щеточки куплены мною в магазине Dollar Tree. Это значит, где все по одному доллару или 99 центов. Или даже лучше, 2 на 1 доллар. Они настолько мягкие и в то же время упругие, что совершенно не раздражают кожу головы. Поможет нам немножко распушить шевелюру тому, кому нужно. И наоборот, тем девушкам, как myself, немножечко ее утихомирить. Итак, смотрим. Утро. Шевелюра, волосы торчат во все стороны. Что мы делаем? Начинаем с макушки. Утихомирили? Угу. Еще как. Ну, а тем, кто хочет распушить, делаем то же самое, а в конце наоборот. Микрофон. Живенько и густенько. Мои верные две подружки. Дорогие мои, если вам понравилось это видео, подпишитесь на канал и поставьте ваш лайк. Для меня это очень важно. Вам понравилось это видео? Я думаю, да. Подписывайтесь и ставьте ваши лайки. Это очень важно для меня и для моего канала. Встретимся скоро. Пока.